«Пейте без остановки напитки из черноголовки». Это девиз известного уже многим жителям Москвы и Подмосковья завода минеральных вод «Ост-Аква». Построенный в 1998 году, завод «Ост-Аква», благодаря своей высококачественной продукции, сразу занял лидирующее место на российском рынке безалкогольных напитков. Автор проекта «Ост» Владимир Янович Пекарев еще при создании завода «Ост-Аква» поставил перед руководством и трудовым коллективом задачу выпускать продукт, который бы отвечал самому взыскательному вкусу. Руководству завода, директору Евгению Трофимовичу Зуеву, главному инженеру Сергею Геннадьевичу Илюхину и всему коллективу предприятия удалось решить эту задачу. Сейчас, пожалуй, не найдется ни одного москвича или жителя Подмосковья, который не знал бы, что такое напитки из черноголовки. Пейте без остановки. Но мы предлагаем на время остановиться и совершить увлекательную экскурсию на завод минеральных вод «Ост-Аква», чтобы своими глазами увидеть, как производятся знаменитые напитки из черноголовки. Каждый, наверное, знает, что основа любого напитка – это вода. В распоряжении завода находятся три скважины с минеральной столовой водой в экологически чистом горизонте подземного водного бассейна Подмосковья. Вода, добываемая из этих глубинных скважин, проходит тщательную очистку через угольные, механические и микронные фильтры. Из воды удаляются соли железа и тяжелых металлов. Вода проходит также микробиологическую очистку. Следующая страничка нашего рассказа посвящена компонентам, которые используют для приготовления черноголовских напитков. Руководствуясь европейскими стандартами качества при разработке и внедрении новой продукции, «Ост-Аква» не использует в рецептуре напитков искусственные добавки, ароматизаторы и подсластители. Все сырьевые добавки состоят исключительно из натуральных настоев и экстрактов трав, фруктовых соков и эфирных масел. В производстве черноголовских напитков совершенно не используют сахарозаменители. Пейте без остановки черноголовские напитки, разлитые в оригинальную стеклянную посуду, являющуюся наиболее экологически чистой тарой для напитков. Такая тара обеспечивает высокое качество продукта и его сохранность в течение длительного времени. Не мечтал в детстве оказаться в цехе, где разливают сладкое душистое ситро. Поэтому эта часть нашего рассказа понравится и взрослым, и детям. В ней пойдет рассказ о производственных линиях черноголовского завода. Цеха завода оснащены технологическим оборудованием для приготовления газированных напитков и соков фирмы Вандермолин Германия и двумя современными линиями разлива воды немецкой фирмы Кронес производительностью 25 тысяч литровых бутылок в час каждая. Технический уровень этого оборудования отвечает мировым стандартам для пищевых производств. Пейте без остановки, ведь ассортимент продукции завода «Ост-Аква» весьма разнообразен и постоянно обновляется. Сейчас заводом выпускается несколько серий напитков. В серии «Минеральная вода» – это чистая минеральная вода черноголовская, а также минеральная вода с ароматами лимона, грейпфрута и апельсина. В серии «Классические напитки» – тонизирующий «Байкал», «Саян» и «Тархун», лимонады «Дюшес», «Ситро», «Крем-сода» и «Колокольчик», в основу производства которых положены рецепты, разработанные в советское время. В серии «Сокосодержащие» выпускают следующие напитки. «Теремок» – вишневый, лимонный, апельсиновый, яблочный, а также традиционные русские морсы из клюквы, брусники и морожки с названием «Удалец». Напитки этой серии не имеют российских аналогов, ведь они готовятся на основе натурального сока и содержат большое количество витаминов, полезных для здоровья. Достижением черноголовских напитков мог бы позавидовать любой великий спортсмен. На многочисленных российских и международных конкурсах напитки из черноголовки завоевали 54 золотых, 26 серебряных и 11 бронзовых медалей. Почти вся продукция завода «Ост-Аква» отмечена специальными дипломами многих выставок, проходивших у нас и за рубежом. На последнем конкурсе «Товар года» по итогам за прошлый год самыми продаваемыми напитками в Москве стали напитки торговых марок «Пепси», «Кока-Кола» и напитки из черноголовки. Это поистине большой успех молодого российского предприятия. Ведь той же «Кока-Коле» уже 70 лет, а торговой марке «Напитки из черноголовки» всего полтора года. Пока шел наш фильм,
Линия разлива на Черноголовском заводе минеральных вод ни на минуту не останавливалась. За эти 5 минут 2000 бутылок ароматного и вкусного напитка «Тархун» сошли с линии завода. Следовательно, на российских прилавках стало на 2000 бутылок больше высококачественного отечественного продукта. На этом мы заканчиваем рассказ о Черноголовском заводе минеральных вод «Ост-Аква». Но мы надеемся, что ваше знакомство с этим заводом никогда не закончится, и вы каждый день будете для себя открывать великолепные напитки из Черноголовки. Пейте без остановки!